В рамках Дня российской науки начальник Главного управления МВД России по Волгоградской области Дмитрий Вельмошко посетил Волгоградскую академию МВД России и поздравил всех присутствующих с праздником. Волгоградская академия всегда шагает ногу со временем и использует эффективные методики обучения, подготовки кадров. Этого требует современный уровень развития органов внутренних дел. Сегодня высококвалифицированные преподаватели вносят большой вклад в образование науки, передают знания, опыт курсантам, слушателям, вдохновляют их на освоение профессии, играют важную роль в формировании будущих сотрудников правоохранительных органов. Ведомственный вуз появился в городе Героев в 1967 году. С тех пор он является кузницей кадров для всей России и стран зарубежья. На торжественном мероприятии прошло награждение сотрудников, внесших заметный вклад в научную деятельность. Продолжился праздник выступлением творческих коллективов. Анжела Умбетова при поддержке пресс-службы Главного управления МВД России по Волгоградской области. Телеканал «Волгоград-1».